Всем, ребят, привет! Сегодня я выбрался на очередной коп. К сожалению, выбрался один. Ну, почему один? Ну, по нескольким причинам. Потому что, во-первых, выезжал, у нас был дождь. Возможно, дождь и сюда тоже придет со временем. Я обогнал его немножко. Приехал в свою любимую деревню. Одна из любимых, где, в принципе, у меня были хорошие находки. Вот. И решил сюда приехать. Ну, и во-вторых, почему я сюда приехал? Потому что последний опыт с этой деревней у меня был довольно-таки неприятный. А тем, что здесь я общался с сотрудниками милиции. В общем, они меня сопроводили по добру, по здорову. Ну, из-за этого я и никого не пригласил сюда, дабы не накликать на себя неприятности. И плюс, чтобы комрады, кто со мной бы выехал, тоже не попал бы в такую неприятную ситуацию. Приехал я к своей знакомой Бабнаде, с которой общался в прошлом году. Очень веселая, интересная бабка была. А горшочек куда дели? Ну, выкинул! Ладно, с деньгами. Деньги на ветер пустил. Ну, бумажки, говорит, ну, советские? Такой недалекий. Советские? А? Советские деньги были? Или царские? Царские деньги, ух ты, которые можно было сдать в банк, и кто-то ходил бы и смотрел, какие были вот раньше и деньги. Бумага была водонепроницаемая, пуленепробиваемая, и качество было по технологии совсем не то, что... Нравилось мне с ней общаться, юмор у нее интересный, благоприятная такая настроенная старушка. В общем, всегда, везде мне разрешала покопать рядом с ее участком, даже на ее участок. Но, к сожалению, когда я приехал вот сегодня сюда, вот, к сожалению, соседка напротив сказала, что она, царствие ей небесное, пусть будет ей земля пухом. В общем, не стало нашей веселой бабульке. Ну, ладно, сегодня мы будем копать рядом с ее участком. Здесь вот были несколько рядов домов, и я хочу немножко зашурфиться. А трава, я только что заходил, выше роста моего. Я просто такого еще не видел. В прошлые годы, когда я здесь находился, травки такой не было. Но сейчас это жуть полная. Участок Бабнади зарастает, тоже никому не нужен. Все задарма распродали, что можно было. В общем, а здесь вот все место, где мы раньше копали, выкупил один товарищ. Я бы хотел бы с ним встретиться, пообщаться, познакомиться, потому что, я так понимаю, 150 гектар он здесь купил. Будет, значит, равнять, пахать, возможно. В общем, надо с ним будет пообщаться, подружиться и в свое время, может быть, выезжать к нему в гости на поиски. Ну ладно, на этой ноте неприятной, плачевной, горькой закончу. Думаю, на этом я о грустном закончу, и дальше у меня будет весело. Весело в каком плане? Что будут хорошие находки. Думаю, порадует меня сегодня земляной дед, подкинет большое количество монет. Ну, все зависит от шурфа, как задастся шов. Но, повторюсь, участок уже купили, я на свой страх и риск зайду. Так что, не знаю, может быть, все обойдется. Ну, все, смотрим. Итак, ребят, забрался я в кусты. Изначально я начал шурфить на открытом месте, но, к сожалению, у нас пошел дождик. И дождик довольно-таки неприятный, затяжной такой, знаете, все небо у нас мутное. Не знаю, просвет будет, нет. И я вот забрался вот в кусты. Место, в принципе, советское, к сожалению. Вот, но кусты меня спасают от дождя. Поднял я несколько монет, буду показывать вам пачками по несколько монет во время перекура. Вот, так что сейчас я вам покажу монетки, которые я поднял. Ну, ничего особенного. Разработал я небольшой такой вот шурфик. Здесь вот стоят столбики. Здесь вот походу венец стоит. Вот, ну, не глубоко видно, это было что-то вроде как прихожие или что-то в этом роде, потому что основной шурф находится вон там, вон, как вы видите, там у нас осталась печка.
Вот, ну, монеты ничего особенного, советские. Копейка, двушка и пятнашка. Пятнашку я разглядел, год 46-го года. Остальные советики, к сожалению, разглядеть нельзя. Ну, пока у нас вот так вот не густо, но, по крайней мере, не пусто. Да, кстати, сейчас только что видел, когда копал на открытом месте, подъезжала Нива бордовая, такая ярко-синяя, что ли. Вот, и там мужчины и женщины были. Я так понял, что это тоже комрады, потому что я общался сейчас с одной бабулькой, и она сказала, что мужчины с женщиной приезжают. Ну ладно, не остановились, не пообщались, может, испугались и уехали. Ну все, будем продолжать. Итак, ребята, дождик разыгрался вообще не на шутку. Я фундамент поменял, перебежал через дорогу и залез в такие же кусты. Здесь немножко они покучерявее, и дождь реально спасает. Пришлось импровизировать, и всегда у меня изолента с собой, но, к сожалению, нету. Пришлось замотать прибор со всех сторон, чтобы не проникало. А фундамент меня заинтересовал тем, что первый сигнал, который здесь был, я даже практически его не копал. То есть первый штык лопаты, и у меня выпала очень интересная находка. Это у нас пуговка гренада. Я вообще удивился, очень удивился. Сначала думал, какой-то кокаль, но разглядел рисунок, и это у нас, как вы видите, имеется силуэт гренадки. Ну и по монетам. Ну так вот уже получилось. Так, 6 монет я поднял уже именно с этого уголка. Будем немножко еще расширяться и буду показывать, продолжать именно пачками. Потому что дождь, неохота ни камеру мочить и все остальное. Ну все, смотрим. В принципе, находки есть, радует. Итак, ребята, я совсем промок. Я уже планирую, наверное, домой собраться. С находками не особо. Сейчас собираюсь и отправляюсь домой. Вымок полностью, хоть выжимай. Но, как говорится в песенке, что нам дождь, что нам зной, что нам дождик проливной. Ладно, если что-то будет еще, я вам что-нибудь покажу. Итак, ребята, спрятаться от дождя решил вот в таком домике, он открытый. Я его не взламывал. Вот здесь все на месте. И решил вам показать, как есть еще нетронутые дома. Между прочим, целый угол. Здесь у нас вот икона. Это иконы советского времени. Не будем мы ничего трогать. Оставим все как есть. Но меня заинтересовало вот что. Здесь вот подпол. Походу уже кто-то залазил. К сожалению, у меня фонарика нет. Можно было посмотреть. Телефон я тоже в машине оставил. Подсветить нечем. Но там довольно-таки любопытно. Такая лесенка. Очень любопытная. И там, как вы видите, засыпка. Любопытно. Жалко нет освещения. А то бы, может быть, сейчас можно было с прибором спуститься и позвонить. Ладно. Сейчас чаек попью, перекурю и надумаю, что делать. Смотри, не переключайся. Может, я надумаю все-таки туда спуститься. И посмотрим, что у нас там. Итак, ребят, все-таки я решился спуститься. И сейчас спустимся вниз. В самое подземелье. И смотрим, что у нас. Темно. Ничего не видно. Так что не получится вам поснимать. Ну ладно, тогда, когда я вылезу на свет божий, я вам покажу, что я здесь поднял. Итак, ребята, буду заканчивать свой видеокоп. Дождь у нас продолжает, к сожалению. Небо все затянуто. Так что я думаю, уже ждать смысла нету.
Вот, ну, зашел я в такой вот домик, он открытый, залез под пол, как вы видели. Все верховые монетки я поднял, копать я там не стал, не хочу пылить и вообще как-то не так. Вот, ну, по находкам покажу вам. Вот что я поднял. Это у нас вот в основном все советские монеты. Одну пытался почистить, она у меня прямо в руках и развалилась. Из интересного, что здесь у меня? Вот такая вот монетка, 3 копейки, 55, я думал 35, потом 54, 61, 20, 15, 61, потом какая-то непонятная, не могу определить, какая-то она лысая, копеечка советская, еще одна советская тоже, ну, в принципе, залез минут, наверное, 15 там поковырялся и поднял верховые монетки. Вот такой вот ключик нашел перед входом. Там полы тоже вздернуты, и я решил прозвонить. И вот такой вот замочек с ключиком. Видно, барышня потеряла в темноте, и он провалился. Ну а в целом, еще вот такое количество монет собрал. Ничего сегодня интересного нету. Единственное, что вот такой вот оплавыш, а это пуговка гренады была, это самое древнее, что я сегодня нашел. Ну а в целом по советам, пятачок 40-го года, пятнашка 46-го, двушка какая-то, трешка 46-го, копеечка 38-го. Еще одна копеечка. Так, а это какая копеечка? 39, что ли? В общем, вот такое вот количество монеток. В основном все ранние. Всего, по-моему, 4 ранних, остальные поздние. То есть ничего особенного. Ну и в целом вот такое вот количество монет я сегодня наковырял. Советский день был. Ну и все, сейчас попрощаюсь. Все-таки сяду в машину и поедем. Итак, ребят, на этом я и закончу свой видеокоп, сидя в машине. За окном, как вы слышите, тарабанит дождь. Затянуло все жестоко и надолго. Сейчас звонил Стас, говорит, обещали на весь день дождь, а я прогноз погоды не посмотрел и поехал. Поехал, дождь шел, а потом здесь абсолютно сухо было. Покопал, наверное, с часок, и дождь, как говорится, нагрянул. Ну, все вы сами видели. В принципе, ничего особенного, сенсации нет, так что не обессудьте. Некоторые подписчики говорят, у тебя как не ролик, так сенсация. Ну, не всегда. Как вы видите, сегодня получился говнокоп очередной. Находки видели? Все в порядке вещей. Единственное, что сегодня нашел в древнее, это пуговка гренада, это времена Наполеона. Вот. И удивительно то, что она практически верховая была. Вот. Но в основном советики, ничего интересного. На обзоре находок вы все видели. Ну, в принципе, на этом и закончу. Все, всем пока, удачи. Подписывайся на канал, комментируй, ставьте, конечно же, лайки. Очень приятно, когда люди смотрят. Ну и все, смотри.